Добро пожаловать в торговый центр «Верба». Наши двери всегда открыты для вас. Пройдемте. За мной, за мной. Так. Починим. Ха, стрелка. В этом торговом центре я вершина власти. Меня все знают, все уважают, безусловно, любят и понимают. Куда по помытому? Ничего страшного, уберете. Это наши прошлые управляющие. Скоро и мой портрет здесь полный рост разместят. Вот отсюда я управляю всей нашей, так сказать, корпорацией. Давайте пройдем в мой кабинет. Секунду. Недавно себе очень крутую штуку поставил, вот смотрите. Леночка, можно кофе? Секундочку, Борис Сергеевич. Сначала себе налью. Самое время познакомиться с моим персоналом. Вон, смотрите. Аркадий, мой любимчик, мы с ним с первого дня вместе. Золотой, скромнейший человек. Я здесь закон. Вот видели, какой ответственный? Самое главное, у нас как что украдут, так сразу у него в кабинете оказывается. И я считаю, главное – это безопасность. Можете камеру чуть-чуть убрать? Ну, вот тут, я так сказать, за всем слежу. Вот у меня камеры. Извините, сейчас, секунду. Отойди! Да я ребенка потерял. Вот он с какой-то женщиной идет. Ну, надеюсь, с мамой. Я детей очень люблю. Мы с ними во всякие игры развивающие играем. Full House! Ну все, пишите мамам, пусть деньги несут. А мы писать не умеем. Тогда идите вон, дядям помогите, отрабатывайте. А то, что я грузчик, я представляю то, что я погрузчик. Вот. Григорий, так мы с ним не разлей вода, да? Он мне как брат родной, а от мамы другой. Малой? Да и вообще не знаю, зачем он тут. А я вот как считаю-то? Это же в жизни главное порядок, да? Вот у меня, например, тут на складе все по порядочку, все пронумеровано, все по цифрам, все у нас тут подписано, все. Так. А это что такое? Малой! Это я экспандер с Алиэкспресса заказал. Да я вообще здесь ненадолго. У меня, если честно, вообще бизнес свой. Но мне все нравится. Сейчас просто жду, пока кредит оформят. Извините, это же ваш заказ. Да мы вообще здесь все приколисты. А я самый главный. Ой, Люк, что у тебя там? Ах ты... Это плохое слово, так нельзя говорить. Ну, как вы поняли, мы дружный коллектив, и каждый вечер после работы собираемся все вместе. Я люблю свою команду, а моя команда любит меня. Ну, давайте хоть музыку послушаем.